8 часов утра. Реактивы на партах. Задание на доске. Ученики 11-го физико-химического профильного класса сравнивают свойства кислот. Нагреть и сделать вывод после каждого опыта – основные задачи практической работы. Уже сейчас школьники понимают всю необходимость изучения естественных наук. Очень важно знать, из чего состоит продукт, какие химические вещества в него входят. Также дома химия тоже очень понадобится, потому что, допустим, чтобы очистить кастрюли, какие-то пятна на рубашке. Химию как профильный предмет ученики выбирают не случайно. Мне нравится как наука. На первом курсе в институте МИФИ она будет, поэтому я изучаю. Химия нужна мне будет для поступления в медицинский университет, потому что я хочу пополнить в будущем ряды врачей. Изучение этого предмета несет и практическую пользу в повседневной жизни. Заходя в магазин, лично я обращаю внимание на этикетки продуктов питания, что входит в состав. И могу различить, и детей этому обучаю, вредные и безвредные добавки. А также такие простые вещи, как вести дачный участок, какие минеральные удобрения, в какой период вносить. Все этому обучает химия. И ведь действительно, составив химическое уравнение, этим детям станет гораздо легче решать уравнения взрослой жизни. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.